Ну а пока вакцинация не началась, наша безопасность в наших руках. Люди ответственные это понимают, безответственных пытается переубедить полиция. Каждое утро правоохранители отправляются в магазины, кафе и рестораны, чтобы напомнить гражданам о самом важном – их здоровье. Продавцы переживают, они защищаются как могут, а вот покупатели не всегда соблюдают меры предосторожности. К сожалению, ряд людей скептически относятся к этим вопросам, и мы неоднократно сталкиваемся с этим у нас в магазине, потому что некоторые вплоть до скандалов, это мое личное мнение, я хочу – ношу маску, хочу – нет. Проконтролировали правоохранители и кафе, и рестораны. Бакум веду термометрия, сверифка, дезинфектантул есть. Шаколовец, да? Мама моему купила пакет. Faci celebrare la pachet, da? Da, da, cât mai mult să celebrăm la pachet, adică să nu aglomerăm oamenii să fie în local. По словам сотрудников столичной полиции, проверка экономических агентов уже стала обычной практикой. Активитатea principală este ieșirea în teritoriu, cum am făcut-o și astăzi. Scopul este de a informa cetățenii, de a le mâna pliante informative, de profilaxie, ce ține de respectarea normelor ce se impun de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Штрафы за несоблюдение мер по борьбе с COVID-19 достигают 5000 леев для физических лиц и до 35000 леев для компаний.